Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, улица Алексея Наганова, 10А. Посмотрим в этом магазине с вами новинки и ассортимент. В продаже появился стиральный порошок торговой марки Sunrise. Он концентрированный, безфосфатный, с мерной ложечкой в комплекте. Здесь 2,5 килограмма, цена 287 рублей. Также в продаже есть гель для интимной гигиены торговой марки Fantasy. На выбор есть два варианта – успокаивающий и смягчающий с депантенолом из экстракта алоэ вера. И есть для ежедневного применения с молочной кислотой и витаминным комплексом. 500 мл стоит 33 рубля. Снова привезли кухонные смесители с гибким сливом. Они однорычажные. Аэратор здесь на два режима. Керамический картридж. Высота смесителя 45 см. Продается он без подводки. Производитель Китай. Стоимость в магазине «Светофор» 703 рубля. А это светильник настенный торговой марки «Старт». Здесь 350 люмен световой поток. Имеется датчик движения. Заряжается от солнечной батареи. Цвет в наличии только черный. Цена 247,50. Также есть светильник светодиодный круглый в пылевлагозащищенном корпусе. Мощность его 12 Вт, световой поток 960 люмен, цветовая температура 6500 Кельвин. Может использоваться как на улице, так и в помещении. Цена 149 рублей. Веник двухпоршивной, производство Узбекистан. В наличии очень много, цена 67. Также в продаже есть пластиковые панели из ПВХ размером 48 на 96 см. Стоят они 58 рублей. А это коврик греческий, коврик преддверный размером 40 на 60 сантиметров. В наличии есть два цвета, коричневый и черный, с надписью Welcome, цена 81 рубль. Есть коврики преддверные травка зеленого цвета, они тоже размером 40 на 60, цена 66. И есть преддверные коврики, вот такие пористые, с надписью Welcome. Они с водоотталкивающим покрытием. Неплохие, цвет только такой, в наличии размер 40 на 60, цена 165 рублей. Из мебели в наличии есть стеллажи из ЛТСП на 8 секций. Размер стеллажа 70 на 25 на 138,5 см, изготовлены в России, цена 2184 рубля. И есть еще банкетка с ящиком для хранения с откидной крышкой, тоже изготовленная из ЛДСП, цена 1249 рублей. Стол кухонный на металлических ножках со столешницей из ЛДСП, размер 115 на 59 на 79, стоимость 1677 рублей. Также в продаже есть кухонные стулья на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи, производство Россия, стоят они 799 рублей. Также в продаже есть палки для скандинавской ходьбы торговой марки «Экос». Они всесезонные, телескопические, настраиваются под рост человека. Два цвета в наличии, цена 499 рублей. А это многоцелевая смазка торговой марки «Геометрия». Восстанавливает подвижность заржавевших соединений, предотвращает окисление электроконтактов, защищает детали от коррозии и имеет высокую проникающую способность. Здесь 650 мл, цена 130. Также в продаже есть аптечка первой помощи «Мицар» торговой марки Fest. Все находится в пластиковом вот таком чехольчике для хранения. Перечень я вам показываю. Производитель Россия, город Кострома. Стоимость такой аптечки 113,90. А это набор инструментов универсальный. В этом наборе все самые необходимые предметы для ремонта. Всего 22 предмета. Здесь в наборе рулетка, набор бит 10 штук, держатель бит, канцелярский нож, крестовая отвертка, плоскогубцы, отвертка с держателем для бит, удлинитель для бит, набор головок и плоская отвертка. И все это находится в пластиковом чехле. Цена 399 рублей. В продаже есть настенная сушилка для белья с механизмом гармошка. Ширина ее 60 сантиметров. Сейчас посмотрим все данные. Так, габаритные размеры 60 на 45 на 18,5. Максимальная нагрузка 10 кг. Длина сушильного полотна 3 метра. Изготовитель город Ижевск. Цвет в наличии только серый, цена 458. Также есть напольная сушилка для белья, она тоже металлическая, с распашными створками, производство Россия. Стоит она 592 рубля. Корзина для белья объемом 48 литров, с ручками, с крышкой, в наличии два цвета, цена 379 рублей. Также в продаже есть ведра хозяйственные, пластиковые, 12 литров объем, цена 70 рублей. В продаже есть комплекты постельного белья «Волжский экспресс», «Европейский стиль». Это комплекты из 100% полиэстера. Ткань называется полисатин. Комплекты полутораспальные с наволочками размером 70 на 70, цена 439,90.
В ассортименте по цвету и по дизайну есть красивые большие полотенца, пестротканые, жаккардовые, с бордюром. Размер 70 на 130, цена 277 рублей в составе хлопок. Также есть полотенце эконом-вариант, они размером 60 на 130 сантиметров. В составе также 100% хлопок, просто нет никакого бордюрчика, вот они такие простенькие. Несколько расцветок в наличии, цена 165 рублей. А это панталеты, женские цвета здесь в ассортименте, размеры с 36 по 40, изготовлены они из ЭВА, очень легкие, производитель Россия, цена 257. Появилась новинка в магазине Светофор, это набор пластиковых мисок, в наборе 3 штуки, объемом 2 литра, 4 литра и 7 литров, изготовитель Россия, на выбор есть 3 варианта по цвету, цена 161,50. А еще есть вот такой набор контейнеров для пищевых продуктов. В наборе здесь 8 контейнеров, все они разного объема и все с крышками. Изготовитель Россия, цена 145 рублей. Также есть ковш алюминиевый с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Диаметр ковша 16 см, объем 1,5 литра, цена 166. А это набор для выпечки. В наборе 3 предмета. Силиконовый коврик для раскатки теста, лопатка и кисточка. Производство Китая, цена 162. Ваза для конфет и печенья, стеклянная, с крышкой, объем 300 мл, торговая марка Паша Бахче, производитель Россия, цена 127 рублей. В продаже есть сковорода кованая торговой марки Калитва, она с антипригарным покрытием, с бакелитовой ручкой, диаметр 26 см, у этой сковороды утолщенные стенки и дно, производитель Россия, цена 551 рубль. Еще одна новиночка в магазине Светофор, привезли огромные вот такие миски из нержавеющей стали, объем здесь 5 литров, прям как тазик, цена 269. А это трехъярусная угловая этажерка, она сборно-разборная, на колесиках, размер 30 на 38 на 58, цена 358. Стеклянные салатники, называются палитра, объем 800 мл, диаметр 16 см, в наличии 2 цвета, производитель Россия, цена 85. А это стеклянные вазы для фруктов, они на ножке, диаметр 32 см, изготовитель Россия, цена 329. Также в продаже есть наборы низких стаканов, в наборе 6 штук объемом 250 мл. Производитель России «Гусь Хрустальный», цена 140 рублей за набор. Также в продаже есть кувшины для напитков стеклянные с полипропиленовой крышкой со съемной ручкой, объем 1,7 литра. Сковорода летая с антипригарным покрытием и с ручкой с покрытием Soft Touch. Диаметр сковороды 26 см, производитель России, в наличии только коричневого цвета, цена 842. Тарелка суповая с декором микс, диаметр 22 см, производитель Россия, гусь хрустальный. В наличии есть черного цвета и есть еще вот такой второй вариант белого цвета. Цена 94. А это детские наборы для завтрака. Дизайн здесь в ассортименте, изготовлены они из стекла. В наборе 3 предмета, тарелочка 19 см. Плоская, салатник 360 мл и кружка на 250 мл. Цена 199 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Берегите себя. Всем пока-пока.